Уравнения высших степеней, приводимые к виду квадратного уравнения. Обобщенная теорема Виета для многочлена третьего порядка. Преподаватель математики Бесембина Жангуль Алматовна. Некоторые виды уравнения высших степеней можно решить, используя квадратное уравнение. Иногда можно разложить левую часть уравнения на множители, каждый из которых является многочленом не выше второй степени. Тогда, приравнивая каждое из них к нулю и решая все эти квадратные или линейные уравнения, мы получим все корни исходного уравнения. Пример. Решить уравнение 3х четвертой степени плюс 6х третьей степени минус 9х во второй степени равно нулю. Решение. Разложим левую часть этого уравнения на множители. Х в квадрате, скобка 3х в квадрате плюс 6х минус 9. Решим уравнение x в квадрате равно нулю. Оно имеет два корня. x1 равно x2 равно нулю. Теперь решим уравнение 3x в квадрате плюс 6x минус 9 равно нулю. И получим x3 равно 1 и x4 равно минус 3. Таким образом, исходное уравнение имеет четыре корня. x1 равно x2 равно нулю, x3 равно 1, x4 равно минус 3. Если уравнение имеет вид ax 2 в n степени плюс bx в n степени плюс c равно нулю, оно приводится к квадратному уравнению с заменой x в n степени равно z. Действительно, после этой замены получаем az в квадрате плюс bz плюс c равно нулю. Пример. Рассмотрим уравнение x четвертой степени минус 13x в квадрате плюс 36 равно нулю. После замены x в квадрате равно z получим уравнение z в квадрате минус 13z плюс 36 равно нулю. Его корни z1 равно 4 и z2 равно 9. Теперь решаем уравнение x в квадрате равно 4 и x в квадрате равно 9. Они имеют соответственно корни x1 равно 2, x2 равно минус 2, x3 равно 3, x4 равно минус 3. Эти числа являются корнями исходного уравнения. Любое уравнение вида ax в четвертой степени плюс bx в квадрате плюс c равно нулю называется биквадратным. Оно приводится к квадратному уравнению замены x в квадрате равно z. Пример. Решить биквадратное уравнение 3x в четвертой степени минус 123x в квадрате плюс 1200 равно нулю. Решение. Заменяя x в квадрате равно z и решая уравнение 3z в квадрате минус 123z плюс 1200 равно нулю, получаем z1 равно 25 и z2 равно 16. Используя нашу замену, получим x в квадрате равно 25 и x в квадрате равно 16. Отсюда x1 равно 5, x2 минус 5, x3 равно 4, x4 равно минус 4. Формулы Виета для многочлена третьего порядка. Если ax равно a третье x третьей степени плюс a второе x второй степени плюс a1x плюс a нулевое, то x1 плюс x2 плюс x3 равно минус a второе деленное на a третье. X1 умноженное на x2 плюс x1 умноженное на x3 плюс x2 умноженное на x3 равно a1 деленное на a3. X1 умноженное на x2 умноженное на x3 равно минус a нулевое деленное на a3. Кубическое уравнение – это уравнение третьей степени вида ax в третьей степени плюс bx во второй степени плюс cx плюс d равно нулю. Поэтому мы рекомендуем алгоритмы для решения уравнений третьей степени. Первое. Сначала путем перебора найдем один из корней уравнения. Дело в том, что кубические уравнения всегда имеют, по крайней мере, один действительный корень. Причем целый корень кубического уравнения с целыми коэффициентами является делителем свободного члена D. Коэффициенты этих уравнений обычно подобраны так, что искомый корень лежит среди небольших целых чисел, таких как 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3. Поэтому мы будем искать корень среди этих чисел и проверять его путем подстановки в уравнение. Вероятность успеха при таком подходе очень высока. Предположим, что это корень x1.
Вторая стадия решения – это деление многочлена ax в третьей степени плюс bx во второй степени плюс cx плюс d на двучлен x минус x1. Согласно теореме Безу, это деление без остатка возможно, и мы получим в результате многочлен второй степени, который надо приравнять к нулю. Решая полученное квадратное уравнение, мы найдем оставшиеся два корня. Пример. Решить уравнение x в третьей степени минус 3x в квадрате минус 13x плюс 15 равно нулю. Решение. Ищем первый корень перебором чисел 0 плюс минус 1 плюс минус 2 плюс минус 3 и подстановкой в уравнении. В результате находим, что 1 является корнем. Тогда делим левую часть этого уравнения на двучлен x минус 1 и получаем x в третьей степени минус 3x в квадрате минус 13x плюс 15 делим x минус 1 равно x в квадрате минус 2x минус 15. Теперь, решая квадратное уравнение x в квадрате минус 2x минус 15 равно нулю, находим оставшиеся два корня x1 равно минус 3 и x2 равно 5.